не будет. Я, знаете, 31 октября 90 года я родился. Открылся Макдональдс. Завтра Макдональдс уходит. И это предательство. Потому что все свои деньги я отдавал им, честно. Это коммерческая компания. Я простой музыкант, пианист. Я всегда людям дарил добро и радость. Завтра нас бросают и заставляют нас отказаться от нашего привычного образа жизни, от наших ценностей. Компания, которая всю жизнь пропагандировала бодипозитив, свободные отношения к любому человеку. Он может быть большой, маленький, он может быть эгоистый. Но они говорили, что принимайте себя такими, какие вы есть. И сегодня мы должны из-за них ломать свой привычный образ жизни. Я с этим крайне не согласен и возмущен. Наши питомцы, животные, коты, собаки должны отказываться от корма, который ели всю жизнь. Это неправильно. Я призываю простых граждан, свободных всего мира, чтобы они все-таки отнеслись с пониманием к тому, что санкции направлены на простых людей, как я, которые просто живут в мире и порядке, в спокойствии, и никогда в жизни до сегодняшнего дня не нарушали никакие правила, законы и нормы. И вот сегодня я просто был вынужден сюда прийти, потому что я должен поменять весь свой образ жизни. Я должен ограничивать себя, а я не хочу это делать насильно. Это насилие над моей совестью, насилие над моим выбором.